Итак, давайте разберем, как же работает маркетинговый план компании Cruise. Существует три варианта участия в клубе. Первый вариант – это стать членом клуба или же клиентом, другими словами, и путешествовать на круизных лайнерах со скидками. В таком случае вы ежемесячно оплачиваете свой круизный счет на $100, при этом компания зачисляет вам по 200 круизных долларов на ваш круизный счет. Круизные доллары – это запатентованная валюта, которая принимается всеми круизными линиями, с которыми мы сотрудничаем. То есть ваш счет каждый раз удваивается. В первый год членства можно потратить 60% накопленных круизных долларов, во второй год 70%, в третий 80%, на четвертый 90%, и с пятого года вам будут доступны все накопленные круизные доллары. Например, вы откладывали 5 месяцев, положили на свой счет $500, получили 1000, из них $600 вы можете использовать на покупку своего круиза. Остаток остается на ваше будущее путешествие. К тому же у членов клуба есть доступ к уникальной базе 5000 круизов по прямым ценам круизных линий. А оплачивая круиз круизными долларами, вы реально экономите половину стоимости вашего путешествия. Второй вариант. Стать партнером клуба, оплатив $195 единоразово за год. Партнер имеет возможность зарабатывать согласно маркетинг-плану компании, но не имеет возможности путешествовать, так как не является членом клуба. Поэтому данный вариант вступления в клуб практически никем не используется. Третий вариант сотрудничества с клубом – это членство и партнерство 2 в 1. Таких людей мы называем VIP-партнерами, и в этом случае человек оплачивает $100 на свой круизный счет, при этом получает 200 круизных долларов, и $195 за партнерство. Итого $295. И это самый популярный вариант сотрудничества, потому что он позволяет и зарабатывать реальные деньги, и путешествовать за счет клуба. Какие же деньги можно заработать в случае, если вы будете работать с этой компанией? Всего в маркетинг-плане предусмотрено более 10 видов дохода. Но мы сегодня разберем 5 основных. Это ежедневные мгновенные бонусы, еженедельные матчинг-бонусы, ежедневный резидуальный доход, ежемесячный лидерский бонус и ежемесячный глобальный бонус. Рассмотрим каждый бонус более подробно. Первый вид дохода называется мгновенный бонус. Мгновенный бонус – это бонус, который вы зарабатываете сразу же, как только зарегистрировали нового члена клуба или партнера. Этот бонус выплачивается в течение суток, и вы можете их сразу выводить на карту. Это очень хорошая мотивация, особенно для новых партнеров. За каждого VIP-партнера вам начисляется от 50 до $150. Этот бонус выплачивается каждый раз, когда вы лично регистрируете нового члена партнера в течение календарного месяца. Эти бонусы начисляются следующим образом согласно таблице. Первый VIP-партнер – $50, второй VIP-партнер в течение месяца – $60, третий VIP-партнер – $70, четвертый – 80, пятый – 90, шестой – 100, седьмой партнер – 110, восьмой партнер – $120, девятый партнер – $130, десятый партнер – $150. И далее до бесконечности по $150 за каждого последующего партнера. Это значит, в течение месяца, если вы подписали 5 VIP-партнеров, вы заработаете 50 плюс 60 плюс 70 плюс 80 плюс 90 – 350 реальных долларов на ваш счет. В случае, если вы зарегистрируете 10 VIP-партнеров, вы заработаете 960 реальных долларов. При регистрации нового члена клуба, то есть клиента, вы зарабатываете по $20 за каждого. Подписав 5 личных членов клуба,
вы заработаете суммарно $100, с каждого по 20. И это еще не все. Пригласив 5 человек, это могут быть как VIP-партнеры, так и просто клиенты, то есть члены клуба, вы получаете бесплатное членство в клубе. Вам уже не надо будет самим ежемесячно оплачивать членство по $100, компания будет делать это за вас, и ежемесячно вы будете получать на свой круизный счет по 200 круизных долларов на ваше путешествие. Но при условии, что ваши члены клуба будут активными и ежемесячно оплачивать свое членство по $100. Таким образом, вы получаете возможность путешествовать за счет клуба на $2400 в год. Надеюсь, что вам все понятно. Второй вид дохода называется еженедельный матчинг-бонус. Что же такое матчинг-бонус? Это сумма всех мгновенных бонусов, полученных вашими личными партнерами. К примеру, ваш первый личный партнер зарегистрировал за неделю 2 VIP-партнеров. Он заработал по мгновенному бонусу 50 плюс $60, что в сумме равно 110. Ваш второй личный партнер подписал за эту же неделю 1 VIP-партнера. Он заработал по мгновенному бонусу $50. Ваш третий личный партнер подписал 2 VIP-партнеров. Он заработал по мгновенному бонусу 50 плюс 60, что в сумме равно $110. Ваш четвертый личный партнер подписал 3 VIP-партнеров. И он заработал по мгновенному бонусу 50, 60 и $70, что в сумме равно $180. И ваш пятый личный партнер подписал 1 VIP-партнера. Он заработал мгновенных бонусов $50. Сумма заработка ваших VIP-партнеров составляет 110 плюс 50 плюс 110 плюс 180 плюс 50, итого $500. И вы также получаете $500, но имеется определенное условие для получения еженедельного матчинг-бонуса. Первое. Это регламент ровно неделя, так как это недельный вид дохода, и все бонусы должны быть получены за 1 неделю. За рассматриваемую неделю у вас должен быть подписан один член клуба либо партнер лично. И во второй линии ваших партнеров должно быть 5 баллов. Баллы начисляются в том случае, если у вас во второй линии идут подписки новых членов команды вашими личными партнерами. Если они подписали члена клуба, присваивается 1 балл. Если они подписали партнера клуба, присваивается тоже 1 балл. В случае, если они подписали члена партнера или VIP-партнера, присваивается 2 балла. Итак, в нашем примере ваши партнеры подписали первый 2, второй 1, третий 2, четвертый 3, пятый 1 партнера, и все они вновь подписаны VIP-партнеры. Следовательно, вам начисляют по 2 балла за каждого. Если у вас более 5 баллов в сумме, вы получаете $500, как и ваши личные партнеры. Также начисляется матчинг-бонус и в случае, если во второй линии подключаются члены клуба. Ваши партнеры зарабатывают по $20 за каждого члена клуба, и вы зарабатываете 100% от их суммарного дохода, в случае, если выполнены все вышеперечисленные условия. Есть 5 баллов и есть ваша одна личная регистрация за эту неделю. Эти два вида дохода, которые позволяют зарабатывать быстро, здесь, сейчас. В большей части эти виды дохода очень важны для новичков, которые хотели бы начать зарабатывать быстрее. Но главные деньги, которые можно заработать в круизном клубе, начинаются с третьего вида дохода и далее. Третий вид дохода – ежемесячный лидерский бонус. Или, по-другому сказать, это наша заработная плата. Это то, что компания
оплачивает нам за товарооборот всей нашей команды. Причем не имеет значения, кто в вашей команде, просто члены клуба, либо VIP-партнеры. Просто подсчитывается общий товарооборот всей команды. Если предположим, что в какой-то момент времени ваша команда достигнет 30 человек, и они все будут активны, то есть будут откладывать по $100 на свои будущие круизы, значит, ваш товарооборот составляет $3000 ежемесячно, в таком случае компания выплачивает вам 10% от всего оборота компании. Таким образом, вы получаете ежемесячный лидерский бонус $300. Оборот в $3000 из 30 человек – так называемый первый уровень лидера. И следующий лидерский уровень – это товарооборот $10000. 100 человек в вашей команде и ваш ежемесячный доход – $1000. И так далее по приведенной таблице. Товарооборот $25000, количество людей в вашей команде 250, вы получаете $2500. Товарооборот $50000, количество людей в вашей команде 500, вы зарабатываете $5000 ежемесячно. Товарооборот $100000 в вашей команде, количество людей 1000, вы получаете $10000. Товарооборот $250000. Долларов, количество людей в вашей команде 2500, вы получаете $25000 ежемесячно. Товарооборот $550000, количество людей в вашей команде 5500, вы зарабатываете $55000 ежемесячный лидерский бонус. Это по сути пассивный доход, он очень интересный и выгодный, а также стимулирует создавать большие команды и ежемесячно получать от 300 до 55 $1000. Кроме того, все лидерские бонусы соответствуют названиям ранга, но сейчас мы не будем на этом останавливаться, это не принципиально. Главное, что у вас есть такая возможность, и пусть будет через год, через 3, через 5, но при команде 5500 человек вы будете получать $55000 ежемесячно. И это только по этому виду дохода. Итак, далее. Четвертый вид дохода – остаточная компенсация, или по-простому пассив. Он выплачивается по $5 с каждого человека, который ежемесячно откладывает себе на круизное путешествие. С 1 по 20 линию в глубину. Вы скажете, так это же совсем немного. Да, вроде бы немного. Но сумма этого бонуса растет в геометрической прогрессии. Судите сами. Допустим, у вас в первой линии 3 человека, во второй 9. И это как бы ваши 3 пригласили по 3 каждый. Итого 9. Аналогично в третьей линии 27, в четвертой линии 81, а в пятой уже 243 и так далее. И теперь вы видите, как этот вид дохода растет при увеличении количества вашей команды. И вы получаете с каждого члена своей команды по $5. Для тех людей, которые не понимают, что такое линии, первая линия – это линии людей, которых вы лично рассказали о бизнесе, и они присоединились. Вторая линия – это линия людей, которым рассказали ваши личные партнеры, и они присоединились. Третья линия людей – это люди, которым рассказали партнеры вашей второй линии и так далее. И как видите, линии становятся все шире и идут как елочка. В результате, чем ниже идут линии, тем шире, а значит, тем больше становится людей в вашей команде. И как везде, в этом видео дохода тоже есть определенные условия начисления. Первое. Общая сумма этого дохода не может превышать сумму лидерского бонуса. Если ваш лидерский бонус в месяц составляет $10000, то ваш резидуальный доход не может превышать $10000. Второе. Чем больше ваших личных партнеров выйдут на безоплатное членство, тем больше уровней в глубину пассивного дохода
вы сможете получать. Остальные нюансы не так важны, но повторюсь, сегодня мы рассматриваем глобальные и самые важные аспекты всех видов дохода. Пятый вид дохода – глобальный бонус. Этот бонус для тех людей, которые уже имеют максимальный статус в компании более 5500 партнеров. С этого момента они становятся членами совета директоров и делят между собой 5% глобального оборота всей компании. И поверьте, суммы здесь довольно внушительные. К тому же учтите, что все виды доходов суммируются. Итак, это были 5 основных видов доходов, которые вы можете воспользоваться и заработать приличные деньги каждый день, каждую неделю и каждый месяц вместе с нашим клубом Incruzus. Всем спасибо и до новых встреч в следующих видео.